Всем привет, с вами Роман Геймс, и в прошлой серии Sims наша Катечка ходила в парк и знакомилась с новыми людьми. И когда она пойдет в школу, наша Ирочка, ей только через 2 дня на работу, она пойдет знакомиться тоже с новыми людьми, может, найдет друзей, может быть, свою любовь первую. Так, Катечка, иди пообщайся со своей мамочкой. Так вот, начнем сразу. С этого. И поделиться секретом и дурацкую историю. Расскажи. Ну, что-то за километр от нее отошло. Вот, садись рядом. Вот, поговорите. О, они теперь хорошие друзья. Прикольно. Их. Нам, ну, так, задание домашнее выполнено. А вот тебе нужно еще 3 часа играть в видеоигры. Потом, когда договоришься с своей дочкой, пойдешь играть в игры. Что случилось? Болтать с Катей, болтать с Ирией. Расскажи дурацкую историю, иди, и потом иди играть. А мы пригласим Наталью Баранкину, подругу Кати, чтобы они пообщались. Так, слышь, чё, отправляйся, куда тебе надо. Наталья Баранкина, вот она, пригласить на свой участок. Наталья уже здесь. Где она? Вы меня обманули, а ее нету тут. Может быть, она где-то идет. Вы меня откуда ты появилась? Не надо играть, тебе нужно свою подругу пригласить. Войти. Там кто-то разговаривает. Я так и знал, кто. Я знаю, кто это. Это. Нет, я не знаю. Я думал, это Белла. Ну, так это Вера Муравьева. Сделай. Так, расскажи хамский анекдот. Обними ее и селфи с ней. Селфи появились даже в 74 божечки. Вот. Господи. Идите посмотрите канал вместе. Сколько тебе, Ира, осталось играть? Еще 3 часа. Понятно. У нас есть фактики. Ну что ты вообще играешь? О, в Sims. В первую часть Симса. Ясненько. Я вот думаю. О, у нас тут есть грибочки даже. А я за ними могу ухаживать? Какая физкультура? Нет, не могу. Я вот думаю, и чё так темно? Нормально вообще дом построил, а освещение не сделал. И нужно сделать автоматическое освещение. Так. Да, вот, все. Теперь все нормально. Я вот думаю, хватит мне места тут сделать огородик. Наверное, ну вот сейчас. Хотя, стоп. Вот когда ты доиграешь, тебе еще 2 часа играть. Ясненько. Ну, короче, когда ты доиграешь, ты закажешь семена, и мы посадим там что-нибудь. Что-нибудь. И вообще. О, господи, они идут про мерзкую еду. Ну, можно, конечно, сейчас купить все необходимое для. Ну вот и все. А дети могут что-нибудь садить, нет? К сожалению, нет. А, ты хочешь спать, иди спи. Лучше ты будешь спать, чем.
Потому что тебе в школу через 12 часов. А твоя подружка, она пусть чем-нибудь займется тут без тебя. Когда же закончишь играть? Тебе еще 2 часа. Давайте ускорим время, а то эти 2 часа будут очень долго идти. Так, Милочка, уже почти 10 часов, а ты еще у нас сидишь. Тебя родители вообще не ищут. Тебе повезло, что за тобой не приедет полиция. Наконец-то. Угу. Сейчас мы купим все, что нам нужно. Купить семена. Это цветочки, да? Цветочки. Сколько там я купил? Раз, два, три. Вроде 3 клумбы я купил. Да, вот 3 клумбы. Фрукты для новичков. Фрукты. Ну, тоже 3, 3. Так. И 3 штучки овощей. Все. Так, посади вот сюда цветы. А, нужно сначала разобраться. Так, это травы открыть, открыть, открыть и открыть. Да блин, открой, я не... Боже. Вот засунулась, вот все. И цветочек вот сюда засунем, цветочек. Вот сюда засунем цветочек. И вот сюда засунем цветочек. И это еще не все. Нам еще нужно вот сюда засунуть. Вот сюда засунем бананчики. Это яблоня, да? Нет. У нас, в принципе, они могут расти не обязательно. Вот в этой, как ее там... Не клумба, грядка, да, вот грядка. Пусть тут лучше овощи растут. Вот грибочки тут будут расти. Вот это что такое? Это шпинатик у нас тут. Это что такое? Базилик. Еще одна яблоня. Куда она делась? Почему не посадилась? Ну и виноград вот можно посадить. Еще что-то странное. Это ромашка. Ромашка. Ну и в принципе все, мы сейчас это посадим и пойдем спатеньки. Посадить. Посадить. Так, тут еще яблоко. Вот, еще банан, яблоко посадить. Посадить. И тут еще я яблоко куда-то засунул. Где оно? Странно, куда-то делось, я его не вижу. Угу. И вот сюда посадить. И вот сюда посадить. И сюда посадить. И все. Сейчас мы все тут посадим. Получишь навык садоводства. Да ты что? У нас будет огородик. Самый лучший огородик в городе. Ну иди, если тебе надо, чего? Тебя никто тут не держит. Ой. А ты чё вон то пропустила? Нормально. А, ну сейчас ты посадишь все. И... О, там уже появилось. Как быстро. А, ты хочешь спать. Ну, сейчас мы вот это посадим. И пойдем спать. А вообще, дети, они могут вот ухаживать за садом, нет? Ясненько. Все, мы разобрались с нашим огородом. Теперь можно идти спать. Так, наша Катя сейчас проснется. Ага, вот, возбуждение. Да не надо тут ничего качать или тянуться. Тебе же в туалет помыться и поесть. Возбуждение. А тебе нужно просто... Ну, тебе нужно поесть. Давай поедим. Потому что ты должен нормально себя чувствовать. Ты сегодня пойдешь знакомиться. Ну, точнее, находить себе друзей. Ты...
меня раздражает, они так делают. Вот, вечно заходит, когда кто-то в туалете моется, и нужно же обязательно в туалет сходить. Так, ешь. Мне надо сама с собой разговаривать. На, обязательно нужно помыть руки. Что ты будешь готовить? Яичница болтунья? Я угадал? Нет. Это... Что это? Макароны с сыром. Да. Теперь я точно угадал со второй попытки. Я молодец. И что это? Какого качества это? Хорошо. Так, ты не офигела? Тебе в школу нужно, ты тут пыхтишь, сейчас опять пасить начнешь. Ты что не ешь? Отправляйся в школу. Пока. А мы сейчас поедим и пойдем. Куда ты пошла? Ты издеваешься? С кем ты пошла говорить? Да, на улице так, на свежем воздухе поешь, конечно. Давай кушай, кушай. Ну, в принципе, мы покушали. Она еще нюхает. Отправимся в спортзал, может, там кого-нибудь найдем. Пошли. Что-то было только что. Вот и спортзал. Спортзал, подвигаемся. Туда идем. Вот мы пошли. Ну тут Герберт, не люблю вообще этих ландграбов, они меня бесят. Но тут вообще можно найти себе друзей? Нет, можно. Тут никого нормального нет, чтобы можно было с ним подружиться. Но мы же можем, конечно, в клуб сходить. Вот мы в клубе. И он пустой. А, ну да, сейчас всего 9 часов утра. Стоп, а с кем ты собрался говорить? Куда ты делась? Нет, он не пустой, он не пустой. Он тут бармен есть. Ой, как много людей, целый бармен. Игнатов, Никита Игнатов. Ух ты, что собрался я танцевать? Боже. Ну, подружись с этим. И приветствую дружески, вот все. Угу. Идем. Ну, значит, мы сейчас заканчиваем серию. Если вам понравилась серия, поставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. С вами был Роман Геймс. Всем пока.